очень уникальный проект. Это прорыв для нашей страны по целому ряду вот направлений фармацевтики и лечения социально важных заболеваний для нашей страны. В объемах производства Академфарм именно препараты, которые произведены на базе субстанций компании Ципла, составляют 80%. Мы закладываем новую очередь, новый корпус, и расширим производство и полагаем, что это будет не только для рынка Беларуси, но и для рынка Беларуси, России, для союзного государства и для ЕвразЭС или ЕАЭС, ну и так далее. Вот это будет очень крупный центр Восточной Европы. Уже проектно-сметная документация готова, она уже прошла всю экспертизу, и вот мы заложили камень и начинаем строительство. Может быть, в этом научный союз концентрик, который создаст новые комбинации лекарственных препаратов, которые будут помогать в содействии антимикробной резистентности, но и в более тяжелых заболеваниях. То есть будем делать акцент на онкологии, респираторной системы, заболевания кардиальной системы, сердечно-сосудистой и Альцгеймера.